В Одинцовском историко-краеведческом музее открыли выставку «Учитель, воспитая ученика». Здесь представлены работы преподавателей художественных школ округа. Это картины, выполненные в различных техниках, и предметы декоративно-прикладного искусства. Эту идею, в принципе, я вынашивала уже очень давно. Но у нас не было выставочных площадей. Нам негде было собраться, чтобы показать, как наши педагоги, художники могут работать не только с детьми, но и как творческие люди. Каждый педагог мог представить на выставку одну большую или две маленькие картины. Елена Трушникова – одна из участниц. Посетители могут увидеть две ее работы. Ну вот нижняя, да, прямо вот туда села и сделала. А вот верхняя работа я писала 2 дня. То есть ждала состояния. Вот утром вышла, допустим, у меня есть с 11 до часу время. Потом еще раз вышла в это же самое время. В школе «Классика» 8 преподавателей по направлению изобразительного искусства. 5 из них являются членами Союза художников. Все они участвуют в выставке. 5 человек у нас работает. Это наши ученики. То есть 5 молодых преподавателей, чьи работы здесь представлены, это наши выпускники. Посетить выставку можно до 30 сентября ежедневно с 10 утра до 6 часов вечера, кроме понедельника. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».